Да, и вот вторую нам банки, которые стояли до этого, подсказывают, где потом будем ставить их. Вот поэтому внутри этих зон чуть-чуть так легонечко. Только по верхнему эпидермису делаем надрезики. Так, ну вот видно, видите, банки вот эти вот запотели. Это, во-первых, уже там температурный эффект идет, да, до 38 градусов поднимается температура внутри. Даже вот можно проверить, вот они такие тепленькие. И дополнительно убивают там вот все вот эти вот бактерии, там какие-то грибковые образования. Но они уже, видите, уже практически желе там внутри, уже можно вот эти баночки снимать. Давайте вот эти как раз продемонстрируем, как мы их снимаем. Если приноровиться, то можно снять аккуратно, и даже крови не будет. Вот, видите, это даже не кровь, он, видите, какое желе. Поэтому мы его убираем. Вот, видите, пиявка просто. И сюда мусорный пакет рядышком у нас. Вот, поскольку достаточно быстро сработало, да, то значит надо почистить еще. Считается, самое грязное место это конкретно вот под шеей, да, вот где холка. Это первое место вообще, с чего надо начинать. За ниппель аккуратно это раз. Снимаем. Вон, видите, какая штука там. Вот это что. Самую грязь с организма убираем. Организм омолаживается и восстанавливается. Так, ну вот, хип-хоп, ла-ла-лей, видите, уже созрела баночка, вот ее видно, да, ее не запотели, это тоже хороший признак. Так, нам, видимо, ваты придется побольше взять, потому что достаточно много там натекло. Если делать аккуратно, то, в принципе, даже мимо ничего не протечет. Вот, видите, какая сидит там. Вот, что это, пиявка, что это, как это называется, видно, да? Так. Ну и, соответственно, все сразу утилизируем. Можно для профилактики поставить снова банку. Ну, тут уже достаточно, в принципе, вышло. Еще какую, какая созрела еще? Еще подскажите мне, подскажите, ребята. Вот это, да? Вот видно сразу, да, сбоку там. Да. Во. Это не кровь. Это не кровь, ребята. Это какая-то гадость. Потусторонняя жизнь. Так, чтобы не стекло. Все, снимаем сразу.